Привет, друзья! Перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый канал. На нем мы будем публиковать свежие выпуски из жизни звезд шоу-бизнеса. Заходите и смотрите, ссылочка на канал в описании под видео. Друзья, буквально 10 минут назад из одной больницы города к нам в студию пришла, к сожалению, очень трагическая весть. Нам сообщили, что в одну из больниц в тяжелом состоянии скорая доставила российского певца Юрия Шатунова. Наши корреспонденты направились в больницу, чтобы узнать, что же случилось с нашим любимым певцом. К нему не пустили, так как у нас карантин. А вот друзья Юрия Шатунова рассказали всю правду. Оказывается, Юрий Шатунов сегодня попал в нелепую ситуацию. Друзья были дома, в гостях у Юрия Шатунова. Они собирались сделать шашлык, и когда Юрий Шатунов нарезал мясо, он сильно порезался. Порез был настолько сильным, что Юрий Шатунов чуть не потерял сознание от того, что увидел кровь. Вызвали скорую помощь на дом, врачи перебинтовали руку Юрия Шатунова и привезли его в больницу. После осмотра врач принял решение о проведении операции. Порез надо зашивать, сказал врач. И очень много потеряно крови. На данный момент Юрий Шатунов в больнице под наркозом. Через 10 минут ему начнут делать операцию. Друзья, давайте поддержим Юрия Шатунова. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Вот такие нелепые ситуации попадают наши звезды. Ведь они тоже простые люди, как и мы. Друзья, поддержите нас, пожалуйста. Подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы впредь не пропускать свежие выпуски, которые выходят у нас на канале. Следите за нами, следите за новостями, друзья.